Друзья, всем огромный привет! Вы на канале «Делай сам». Сегодня сделаем полезную самоделочку для лобзика. Я немножко, конечно, усложню, но потому что у меня получается так. А вам же я потом расскажу, как это сделать гораздо проще. Вам же приятного просмотра. Досмотрите ролик до конца. Поехали! Друзья, ну работать будем с таким вот лобзиком. Бренд не важен, самое главное – наличие самого лобзика. Для нашей идеи нам понадобится простое полотно по металлу. С ним мы будем работать. Друзья, в общем, отпилил я такой кусочек, но я от этой идеи отказываюсь. Сейчас показываю, почему. Металл, видите, как побело. Ну и тонкий. Будем использовать сейчас обрезок вот такой пластины. Все-таки это будет понадежнее. Сделаю отрезок 8 мм шириной. Теперь другое дело. Так, все подсохло, немножко винт тоже укоротил. Вот такая вот получилась направляющая. Идеально.
Друзья, получилась такая вот направляющая. Хотел рассказать, как можно упростить. Если есть родная оригинальная направляющая, у меня просто ее нету. Здесь все гораздо проще. Просверлится здесь два отверстия, вставляется так в палочку, прикручивается, и вот тебе та же самая направляющая. Просто если нету ее, то можно сделать вот таким вот способом. Я думаю, что получилось довольно-таки неплохо. Можно разного радиуса окружности делать, причем ровные. Класс. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот небольшой выпуск. Я надеюсь, он вам был интересен и полезен. Может быть, кому-то пригодится. Если понравился ролик, обязательно палец вверх. Пишите ваше мнение. Давайте встретимся в комментариях. Пообщаемся. Ну а вам же желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.